Выключайте видео. Я хочу все расклеить.
Ну, прям сделано все супер, конечно. Ничего не скажешь. Супер-супер. Буду бросать куда-нибудь вот на диван. И вот такая красота. О, чуть не крохотнула. Это у нас дневной крем, насколько я понимаю, да? Это их знаменитая сыворотка в мини-версии. Сейчас я достану. А это тоже, это не, ну, не полная версия. Так, умывалка это для лица. Видите, как все лежит. Красивенько, так на подложке, на такое, да. Не знаю, качество, конечно. Так, что тут у нас? Да, это Клин, это умывалка, она есть в больших тюбиках. А здесь всего 30 миллилитров. И я думаю, я ее попробую. И потом я буду покупать большую. Вот так. Здесь у нас что? Здесь все открыто. Даже не зафольгировано. Вот. У меня соседи. Я вот сюда буду все складывать пока. Так, дальше. Ой. Ничего себе. Они затолкали. Хочу вам сказать. Это что? Это дневной крем подкладной для век. Видите, ты. Ай. Я вот не знаю, стоит ли его открывать. Там, наверное, тоже никакой нет. И нет. Не буду пока ничего открывать банки. Потому что, мои сладенькие, я хочу закончить то, что у меня есть там немного ухода. Потом я полностью хочу начать. Очень красиво вот это выполнено все. Ну, видите, какая форма. Люкс качество, конечно. Это дневной крем. Видите, 24 часа увлажнения. Так, фокусируйся. Давай фокусируйся. В общем, это дневной с SPF 15. Мне вот интересно, сроки годности тут какие. Ну, это, наверное, на коробке. В общем, в этой коробке у нас вот что. Коробка упала, я прошу прощения. Перед Новым годом на Рождество они все выпускают Estée Lauder, Lancôme, вот такие вот всякие наборы. Один крем $100 в месяц.
Подарочки не бесплатные, конечно. Так, тут срок годности годен до 7-23. Вот тут написано. Не старье нам подают, получается, да? Красивое, скажите. Супер. Я ничего не понимаю, короче. По-русски тут что нету, что ли? Ничего. Надо переводить мне с переводчиком. Вот и все. Буду переводить, куда я денусь. Так, достаем вот этот флакон. Аккуратненько. Он такой. Ну, пластиковый, как вот этот. Криму. Так, это что у нас тестилотер? Ну, это ночной крем под глаз. Вот здесь полдневной крем. И вот тут всего лишь.
Как тут можно разглядеть вот такой вот золотой шрифт на коричневом? А, вот тоже 5 миллилитров, да. И, скорее всего, там тоже ничем не закрыто, да. Вот все, ничего не трогаем. Пусть отстаивается, ну, то на крышке половина, 5 миллилитров. По-моему, полная версия идет 15 миллилитров. Утренний и ночной крем. И вот это вот моя мечта, которую я давно хотела. И которую мне жаба. $100, а где-то 50 с копейками. Вот так хотела, и вот дождалась, да, пока цены. Ну, короче, это вообще, это очень трудно достать. Давайте вот так попробуем. Я хочу посмотреть, это 30 миллилитров. Или это 50. Прям, знаете, золотыми буковками, они выпуклые. Вот 50 миллилитров, да, фокусируйся. Большего объема не бывает. Ну, куда еще больше? Вот такая стоит 48 тысяч тенге у нас. Это если на 6 разделить, 13 тысяч, да, на российские. Девчонки, кто пользуется Estée Lauder, может, такую сыворотку стоит, да? Знает, покупает. У вас сколько стоит она, напишите. Стоит 48 тысяч тенге. Россияне, делите на 6. И вот получается у меня ее 65 миллилитров. Я сначала, конечно, миниатюрки буду использовать. Но тут крышечка такая красивая. На крышечке написано Estée Lauder и так далее. Такая мутная какая-то жидкость там, да. Мутная жидкость. Ладно, все, давайте дальше. Видео будет очень долго. Ну, коробочки, это просто супер. Я обожаю коробочки. Так. Простите, что у меня так загремело. Надеюсь, где-то не загремит. Прелесть. Так. Так, мои сладкие, дальше. Надо что-то крупное доставать. Дальше, дальше. Дальше, дальше. Сейчас. Сейчас будет, смотрите, что сейчас будет все, что шло к вот этим двум наборам, насколько я поняла. А потом будет два продукта из люкса, которые Дед Мороз отдельно покупал. Вот это вот, смотрите, Карата. Пробников духов, что ли? А, это вот эти Good Girl. Вот такая туфелька, да. Пробники духов, я их не знаю даже. Будем с тобой тушиться на макияже. Good Girl, Каролина Херрера, вот такая туфелька. Так, это что? А, это Chanel Cushion. Пробники есть, да, кушаны. И вот она, эта штучка. Вот, прикиньте размер. Ты берешь его, тут вот этот кушан. Попробуем тоже как-нибудь на лицо наносишь, вот, прежде чем его купить, например. Я что-то первый раз вижу, что такие пробники давали. Но, видно, вот это была не дешевая покупка. Поэтому
Так, дальше. Дальше. Так, мой хороший. В общем, все, я вам это показала. Я на секундочку отключалась. Простите, если там соединится как-нибудь не так. Дальше, это тоже клиник. Вот клиник тоже, это клиник, миниатюрка. Умывалка, это их, я, знаете, как-то брала. Давно сама себе покупала полностью. Уход клиник, он неплохой. Неплохой был. Все буду пробовать. Дальше все беру подряд. Так, это Шанель. Это гамаш. Видите, гамаш. Миниатюрка. Давайте будем все открывать потихонечку, да, и смотреть. Ну, я сами тюбики не буду открывать. Сколько тут? Что у нас такое тут? Это я не знаю, что такое. Что это такое? Что за фирма? Не знаю. Это что-то, наверное, натуральное. Что там такое? Тут по-русски тоже ничего нет. Мои сладкие, это я потом разберусь, что такое. Честно говоря. Не пойму. Скраб тоже, по-моему. Наложили пробников тут, что это Герленки, это тоже сыворотка, наверное, какая-то увлажняющая, да. Герлен очень классно выходит, но на Герлен я не знаю, сколько надо денег. Дальше мой сладкий Герлен опять открылся тюбик. Это что у нас? Это вот эта серия, которая мне нравится. Мне нравятся тоналки, у них тоже хорошие. Но они, конечно, они красивый финиш имеют, они разные. Они дорогущие, дороже, чем Estée Lauder моя. Но они не такие стойкие, но они очень красивые на лице. В общем, будем пробовать, да. Я так люблю миниатюрки. Хорошие миниатюрки, это вот их не тоник лосьон, да, это умывалка, тушь, хорошая штучка. Тут, видите, надо сначала нажать, потом открыть, чтобы дети не открывали. И здесь сколько миллилитриков у нас? Так, 30 миллилитров, так, в общем, ой, как я люблю всякое такое, боже. Девочки, да? Сколько бы нам лет не было, как мы любим мощукаться. Там еще есть парфюмчики в миниатюрках, это точно. Так, это вторая маска. Подожди. Нет, вот это маска. А это гамаш Шанель, да. Так. Оно все в тюбиках такое. Короче говоря, сначала, наверное, я использую все маленькие продукты. А потом уже хочу Estée Lauder пользоваться. Только им, в общем, есть чем помазюкаться, да? Так. Держи вот так, Шанель, вот этот клиник, чтобы он не катился. Духи. Дальше мои сладкие. О, еще одна маска. Маски у меня две от Шанель. Считай, две по 5 миллилитров, да? Уже 10. Вот мне всегда, знаете, интересно, куда вот эти пробники.
волонтеры уходят вообще. Потому что сколько бы я ни покупала там от силы, если тебе просят какой-нибудь вот такой вот у нас пробник духов или два. А куда вот это все идет? Ну, понятное дело, куда что. Этим всем пользуются продавцы, наверное. Не знаю. Вон какая красота. Это миниатюрка помадки Шанель 152. Тоня, я так поняла, да? Я так поняла, она красная и жидкая. Руж Алюр Ин какой-то. Вот куда оно что девается? Это же людям не дают. У нас не дают такое в магазинах. Вот, пожалуйста. Например, я купила пудру Шанеля. Мне раз дали, да, помадку. Я дома попробовала. Вдруг мне понравится. Пришла, купила. Нет такого. Вот так. Это все уходит налево. Ну, не знаю, где как. Напишите, девочки, вам дают такие миниатюры, когда вы покупаете люкс. И у меня первый раз такое в подарке. Вот ему надавали Дед Морозу. Так, тут Шанель Гидра Бьюти. Тоже какая-то маска. Еще одна такая же Гидра Бьюти. Ой, это что-то другое. А нет, такое же Камелия. Маска Гидра Бьюти. Увлажняющая. Это вот уже была такая сыворотка, да. От Герлен еще две. И это от Герлен. Это тинт. Это, наверное, тоналочки какие-то в 000N светленькие. Короче, вот это все мы с тобой будем пробовать. Ну, кроме ухода, конечно. Вот тоналки, духи, все будем вместе краситься. Макияжных видео, да. Давай, сладкая, дальше. Какая красивая коробочка, опять Шанель. Сублимаж. Сублимаж, это дорогущий тональный крем. У Шанель очень дорогой. Самый дорогой, там не помню, сколько он стоит. Это просто пипец. И мне его дали попробовать, да. Нифига себе. А это что вообще, почему? Ля крем сублимаж. Текстура файн, подожди. Я знаю, что, может быть, это серия такая. Я знаю, что сублимаж есть тоналка. А это крем, наверное, у них уход есть сублимаж. Что-то он пустой. Понюхаю. Боже. Какой он ароматный. Это не тоналка, это крем. Да. Это значит сублимаж. У них есть и уход. Судя по всему, дорогущий-предорогущий. Ну-ка. О, боже. Как пахнет. Пахнет, пахнет. Очень вкусно пахнет. Ладно, я потом почитаю, что это такое. Для крема написано. Там даже аннотация есть. Представляете? Все понятно с вами. Так, дальше. Наверное, все продавцы и консультанты пользуются только люксом и суперлюксом. Смотрите, какая штучка у нас. Здесь это миниатюрка. Сделает Марина де Бурбон. Я знаю такую эту. Боже, как у меня руки пахнут. Сублимажем и масло. Супер. Это миниатюрка духов, наверное. Кристалл Роял Роза называется, да. Парфюмерная водичка. 7,5 миллилитров. Давайте посмотрим, что там. Давайте. Видите, не смотрела. Ничего не открывала. Ждала, когда смогу снять вам. И еще же я болела сильно. Ну, просто. Я говорила в прошлом макияже. Поэтому я и снимать даже если бы могла, то не могла не шептать ничего. Так, мои сладкие. Ну, коробочка суперская, конечно. Я знаю, что Марина де Бурбон это не супер люкс, но это люкс считается такой, как бы, по-моему, доступный люкс. Ну, во всяком случае. Как красиво и как приятно. Эссенция. О, эссенция для принцесс, что ли. Супер. Смотрите. Раньше Марина де Бурбон это была, да? Боже, стеклянный флакончик.
Ёшкин кот, красота. Нежно-нежно розовая. Вот тут вот надпись, вот это вот ее корона. И тут что написано, я даже не вижу. Ой, розочка, розочка, по-моему, да. Вкусненький. Будем с тобой духариться. Не буду в коробку вот так вот открывать. Дальше. Следующая. Еще одна штучка, но она не зафольгирована. Ой, не застатирована. Я ее не трогала, клянусь. И это тоже Леди Миллион. Бакарабан 5 мл парфюмерной воды. Это какая-то фиолетовая версия, по-моему, раньше. Это уже как бы не первая версия. Красота! Ой, господи! Боже ты мой! Господи Иисус! Мамочки мои родные! Миллион империя. Вот это, по-моему, называется Леди Миллион империя, да? Вот название, я так поняла. Вот так все сделано. И мне вот интересно, люди, для кого вот это делается? И для кого вот это стекло, там стекло? Для кого это имеется в магазинах? Потому что первый раз за 50 лет, за 52 года, вот такие мне дали миниатюрки и пробники. Не, ну пробники вот такие дают, вот такие особенно. И вот такие. А вот такие миниатюрки духов. И вот такие нет. Так, мои сладкие, чуть не уронила. Обрадовалась. Дальше давайте. Два парфюмчика в миниатюрках. Вот такие парфюмчики. И тут осталось два продукта. Одним из них я макияжилась. Это вот этот вот оригинал фотофиниш Smashbox. Это праймер для лица. Вот. Макияж. Вот его цена без скидки. 17 590 тенге. Я вам его показывала в видео в предыдущем. Показывала, да, я его использовала. Что хочу сказать. Вы знаете, я же тоналку из Estée Lauder использую, да? И я на вот этот праймер ее наложила в прошлом макияже, где я сижу вот с этой сумкой. И я вечером кое-как сняла вообще макияж. Тоналка Estée Lauder Double V, она и так стойкая. Вот на этом она вообще прибилась к моей коже так. Это, знаете, вот может быть для каких-то жарких стран или для лета, когда потеешь. Я вот думаю, если вот на этом наносить макияж, никогда ничего не поплывет и никуда не уйдет. Штука супер, мне понравилась. Так же, как мне нравится. Буду ее использовать в макияже. Так же, как мне нравится Smashbox. Основа под тени, которой мы с тобой красимся постоянно. И второе, вот это красотень. Вот это красотень, которую я заказала. Деду Морозу, да, и который мне ее подарил. Вот ее цена 31 260. Россияне, делите на 6. Девочки, это хайлайтер, я вам уже показывала, кто смотрит мои макияжные видео. Вы видели, что у меня Dior, мой хайлайтер, моя любовь закончился практически, да. И я говорила, что я куплю или Chanel, потому что я видела на них обзоры, в магазине их тестила, или Dior, но я в магазине пошла затестить Dior, они сейчас же их переформулировали, они стали в таких мягких упаковках со знаком Dior, да. В общем, они стали другого качества, это точно, потому что я взяла свой хайлайтер, который у меня заканчивается. Я брала вот так, смотрите, рука какая от крема, аж лоснится. Вот. Говорят, нет разницы, да, между люксом и бюджетом. Есть, до этого я бюджетом руки помазала. В общем, я пошла и мазала вот так Dior свой, да, и новый вот так вот, понимаешь? И тон, который вот как мой тон, допустим, новой упаковки –
Он тон один, качество другое. Мне не понравился новый Dior хайлайтер. И я пошла на Шанель, ну, чтобы Дед Мороза так правильно заказать. И пересвочила. Там было 3 тона вот этих хайлайтера. 3. Вот такая красота, мать ты моя женщина. Он в пыльничке, в таком велюровом, боже, боже. Тот значок жена. В общем, я перепробовала, и мне понравился вот этот тон. Если Dior у меня более розовый, вот этот тон более розовый тоже был похож на Dior. Но что-то мне показалось, он не так сияет. А вот этот вот он такой, как более такой, как сказать. Ну, сейчас посмотрите, какого. О, видите, как крема. Где тут открывашка? Красотень. Вот там я сижу, зеркало. Здесь кисточка. По-моему, она натуральная. Она таким полукругом сделала. Мне кажется, ей очень будет удобно вот так вот делать. На щечки, на височки, под глазик, да? Супер. Люблю тебя. Люблю тебя. Буду желать спокойной ночи тебе с этой кисточкой сегодня. И вот эту штуку убираешь. И здесь вот он, хайлайтер. Я взяла цвета шампанского. Сейчас сделаю вам свой, он абсолютно новый. Мне нравится, что он вот такой вот, как влажный такой, но в нем есть, конечно, отдельные блестки. Это не Dior. Совершенно другая формула. Но он, как он переливается, очень красивый. И плюс еще его в том, что в нем, сейчас я вам скажу, сколько здесь грамм. Так. 8,5 грамм. В Dior 6 грамм. Ну, конечно, он стоит дороже, чем Dior новый. Ну, какая разница? Старых сейчас вообще нету формулы. Вот, то есть он стоит дороже, но тут и больше на 2,5 грамма. Но я не расстроилась, что я заказала Шанель, а не Dior. Потому что, ну, Dior я попробовала, теперь попробую Шанель. Вот и все. Вот это самая красивая красивушка у меня здесь. Вот. Он красивый будет на лице. Короче, будем с тобой краситься. Посмотрим, да? Естественно. И хорошо, что он не розовый. Супер. Но вот в розовом было меньше вот этих блестяшек. Я его хотела сначала купить, который больше на мой оттенок походил. Ну, на диоровский. А вот в этом больше блестяшек, а там меньше. Я хотела тот взять, а этот не хотела брать из-за того, что он так блестит. Но тот мне не понравился, он как бы некрасивый такой. Ну, не знаю, короче, вот этот захотела, и Дед Мороз мне его взял. Так, это оттенок, девочки. Господи, я не знаю, где он написан тут. Сколько он годный? 18 месяцев при открытии. Вот, 10. 10 Ivory Gold. Вот и все. Да, там был 10, 20 и 30, по-моему. В общем, вот такая красота, мои сладкие. Дед Мороз мне принес. Ой, я так рада, так рада. Ну, вот эту коробку ему дали, смотрите. Не только, видать, вот такую коробку мне дали. Я считаю, это недопустимо. Вот за такие деньги, за 5000 рублей, например. Больше, чем 5000 рублей. Вот это стоит, да, россияне? По-нашему 31 тысяча деньги, это, ну, сколько это? 50. И где-то $75 цена вот этой вот банки. И давать вот такую коробку я бы не взяла, но мой Дед Мороз, он ведь же не догоняет чуть-чуть, конечно, и ему что дали, то он и взял, вот и все. По списку. Нет, ну по списку он взял, вот. Нет, наборы не по списку, а вот продукты, которые я хотела. Допустим, тоник, сыворотку, крем, ночного крема у меня нет. Ночной крем я себе подкуплю. В общем, он все правильно купил. Мы наложили кучу пробников. А вот это он тоже по списку взял. По списку у меня была это. И была умывалка, но просто там были наборы. А в магазине Алия, администратор, моя подруга, и она ему наложила то, что надо.
она не была моя подруга, раньше такого не давали. Ладно, мои сладкие. Я с вашего позволения попью. И пожелаю вам спокойной ночи. Пишите, девчонки, комментарии. Пишите, пожалуйста, кто пользуется Эстилодер-уходом. Как вам? Нравится, нет? А я хочу пожелать вам спокойной ночи, мои сладкие. И погладить вас вот этой кисточкой. Люблю вас. Люблю вас, мои сладкие. Пусть все у вас будет хорошо. Желаю.